Нет, всем. Мир тебе, Эдра. Мир принимаю. С миром. Мир вам. Что, Игнат Тихонович, давайте благословляйте. Слава Христу. Там еще кто-то. Володя просит закрыться у вас. Закройтесь. Володя сейчас ушел, он пошел туда, в храм. Просит вас, чтобы вы двери закрыли. Что, давайте помолимся, да начнем благовествовать все от рулетки. Благословляйте, Игнат Тихонович. Господи, благослови нас в этот путь. И все устрой по воле Твоей Святой. Найди приготовленные сердца, которые могли бы принять чистое благовестие. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Расходимся. Аминь. Аминь. Все, выключаем. Через час. Да, через встречаемся час. Встречаемся здесь. Да, да, да. Как-то нехорошо сегодня. У меня тоже как-то нет. Но мы попадались, Ваня попался, вроде ничего записал. И вот припоследки Федор. Что-то плохо слышно там. Далеко микрофон. Да, у меня барахлит, наверное. А сейчас как слышно? Я хорошо слышу. Не знаю я. Погромче сделайте колонки, Игнат Тихонович. Тут больше сделать, она будет греметь. Дальше некуда. Я говорю, вроде сегодня не очень-то. Но двое, один вот записал адрес, ну, в смысле, в Ютубе Игнат Тихонович записал. Сайт я ему дал. А второй вот припоследке Федор попался. Он, я не знаю, записал, не записал, запомнил. Так себе. А одного я знаю, Ваня точно. Записал, поинтересовался. Хорошо, что живые вернулись. Это уже немало. Так, давайте расстаемся, а то у нас скоро занятия пойдут. Спасибо. Все, с Богом.